Всем привет! Вы находитесь на канале Яковлев Лайф. И сейчас вы будете смотреть видеоролик, который был снят в 2020 году. Данный видеоролик был удален Ютубом за нарушение прав сообщества. И несмотря на это, я решил его доделать, данный видеоролик, и перезалить на свой канал. Прошу вас поддержать данный видеоролик лайком, написать комментарий под видео, сделать репост в соцсети. И кто хочет помочь моему каналу финансово или каким-то другим способом, все ссылочки будут в описании. Ты издеваешься со мной? Давай выходи отсюда, Давай выходи, я тебе сказал! Выходи, я тебе сказал! Блин! Издевайся со мной, я тебе сказал! Нет, выходи! Ты со мной издевайся! Давай выходи отсюда! Выходи! Блин! Со мной! Выходи! Сейчас уже 26 число. Крыша против. Крыша против. Общественная организация «Крыша против» город Санкт-Петербург. Кто? Общественная организация круглосуточно работает. Двадцать седьмое, двадцатое. Я первый раз государственный человек, который с партийной формой работает. А какой я должен быть? Ну, человек должен быть нормальный, адекватный. А я что, неадекватный? Ну, адекватный, просто шорт, я думаю, обычный. Что? У нас свободная форма одежды, общественная организация, свободная форма одежды. Должен, конечно. Так вы можете прокомментировать, почему у вас продаются просроченные продукты от 24-го на 7-го, 20-го? Дата изготовления 9-3-17. Срок годности 12 месяцев. Сейчас уже 20-й год. Ты какой языком понимать? Я это языком скажу. Подожди, ты клиента обслужим, потом поболтаем. Мне лучше, наверное, сотрудников полиции вызвать. Не надо полиции. Лучше магазин закройте и разберитесь с просроченными продуктами. Подожди, ты, я говорю, да? Ты какой языком понимать? Сначала ваше это доставлено, покажи мне. Удостоверение, а как оно должно выглядеть? Ваше удостоверение покажи. У покупателя как должно быть удостоверение? Какой выглядеть? Покупатель? Обычно. Ты снимаешь это, ты не имеет права мне снимать. Да. По Конституции Российской Федерации, 29 статье пункта 4, имеет право. Ты клиент или потребитель? Какой? Скажи мне, пожалуйста. Я и клиент, и потребитель. Ага. А клиентам, вот извините, положи сюда, я пробьем потом. И потом, если ты потребитель, должен быть у меня документ показывать. Какой? Потребитель? Ваше доставление. Потребитель. Ага. Какой вам должен удостоверение показать? Доставление должен быть человек, я это контора. Вы у всех людей спрашиваете удостоверение личности? Не всех людей, я доставление. Или только выборочно? Уберите камеру, пожалуйста. Камера не уберется, потому что здесь, здесь идет административное правонарушение Российской Федерации. Ты клиент или потребитель? Реализация просроченных продуктов на большой срок годности. Вы лучше закройте магазин и разберитесь с просроченными продуктами. А ты кто вообще? Можно объяснить? Я уже представился, кто я. А, давай доставление показать. Продукт? Вот этот. Истек аж 9-8-18 году. А, малышок, что надо тебе? Можно объяснить, пожалуйста? Что мне нужно от вас? Да. Утилизация просроченных продуктов, которые я сейчас найду. Ага. Все, что мне от вас нужно. Вы согласны с этим? Да. Еще дальше. Все. Больше ничего. Все, что вот я сейчас буду сейчас. Мне тогда, если так хочется. Я представился вам. Подождите, вы подошли ко мне, я вам представился. Подождите, пожалуйста. Вот если вот ты это хотел, надо по-человечески объяснить, да? Что не надо снимать, не надо вот.
Я обязательно должен это фиксировать. Потому что это пойдет в Роспотребнадзор. Что значит неприятно? А вы знаете, вот понимаете, вот это вот неприятно, когда вы продаете с 18 года просроченный продукт. Я прекрасно понимаю. На 2 года. Надо просто это Вот это неприятно. Бывает этот человек. А камера? Камера. Это наоборот, это приятно. Ага. А приятно, да, это клетки. А вот это с 18 года просроченный продукт, вот это неприятно. Сейчас, я сейчас соберу, я сейчас выставлю вот сюда вот просроченные продукты, которые я сейчас найду. Я положу это. Нет, это должно утилизироваться. Это должно вскрыться. Пожалуйста. Для того, чтобы я через полчаса не пришел, этот товар не попал на прилавок. Это не будет, давай очень Я не уверен, потому что у нас 2 года уже просроченный продукт. Не мучиться, пожалуйста. Общественное место. Это общественное место. Нерви дают, блин, я буду. Это общественное ограничение по времени в магазинах есть? Какой? У меня туалет надо сейчас зайти. Выйти, я 10 минут закрою магазин. Я не могу выйти. А как могу? Че, блядь, я здесь? Матом не ругайтесь. Я матом не ругаюсь, ты сам так понимаешь. Да. С чего вдруг? А? С чего вдруг? Ну, тебе плохо будет, да? Почему? Я говорю просто. Почему? Ну, потому. Вы сейчас угрожаете мне? Я ничего не угрожаю. Вы сейчас понимаете, что вы на видеокамеру сейчас угрожаете? А, ну что видеокамера? У нас только 4 видео. Мне нужно вот это вот все открыть, нужно все. Нет, что я хочу? Я хочу это все, я хочу посмотреть. А ты, твой, ты издеваешься со мной? Давай выходи отсюда, давай выходи. Давай выходи, я тебе сказал! Выходи! Выходи, я тебе сказал! Ты издеваешься со мной, я тебе сказал! Ты выходи, ты со мной издеваешься! Давай выходи отсюда! Выходи! Издеваться со мной! Выходи! Сотрудников полиции вызвать, что ли? Иди нахуй отсюда, блядь. Сотрудников полиции вызвать? Сейчас вызову. Иди нахуй, ты вызову. Сейчас вызову. Ты уголовку заработал себе, слышишь? Кто еще раз? Не снимай меня. Твоя камера сейчас разобьет. Она деньги стоит. Надеюсь, ваш магазин закроется. Второе, седьмое, двадцатое. Седьмое, да, там. 2-3 дня там прослушался. Это без разницы. 2-3 дня или неделю. Алло. Здравствуйте. Да. Вы доступ-то им организовали? Организовали, да, да. Сейчас это. Сейчас. Вот еще продукт. Там еще целая партия стоит. Вот еще. Вот, смотрите. Не сняли же это? Если б я не подсказал, бы они бы сейчас их купили. 08-20. Какой 08-20? 20-06-20. Какой имеет место, пожалуйста, посмотрите. 06-20. Дата изготовления у него 7-2-20. Вот у вас еще стоит продукт 6-06-20. Еще один.
если вы мне сейчас найдете на этой упаковке дату производства и срок годности, я вам поставлю лайк. Ну, 25.06.20. На месяц просрочен продукт. 25.06.20. Звонок поступал в 112 по поводу нападения. В общем, сходил, я сейчас написал заявление на этого человека, который на меня напал, применив ко мне физическую силу в магазине. КСП у меня есть. Надеюсь, его привлекут к уголовной ответственности за нападение.